Теперь давайте посчитаем объемы того, что мы построили. Мы все делали ради этого. Объемы можно считать. Вот здесь вот специальные функции. Инструменты профилирования по объемам. Нажимаем. Появляется такая панелька. Для большего удобства рекомендую развернуть эту панельку, чтобы получить всю информацию. Смотрите, что мы здесь имеем. У нас выемка 8,5 тысяч насыпь. 1,65 кубометров. Меня это не устраивает. Я считаю, что мне нужно уйти немножко глубже. Поэтому хочу уйти на 1,25 м. Пишу через точку 1,25 м. Нажимаю «Опустить». Цель автоматически мою характерную линию, которая является источником для построения наших объектов профилирования. Вот сейчас вот. Вот она, вот эта характерная линия. Он ее опускает так, чтобы получить нужное значение объемов. Уклоны стенок не меняются. Как было 1,5, так и осталось. Итак, смотрите, у меня получилось, если я опустился на 1,25 м, 13,700. Я могу также подняться, могу опуститься. Но меня не устраивает, мне нужна выемка ровно 15 тысяч кубометров. Вот, а у меня 13,700. Как я буду делать? Я не буду угадывать сюда вверх-вниз. Я просто нажму автоматическое повышение, понижение баланса. Нажимаю и ввожу необходимые мне значения. Нужна выемка 15 тысяч, поэтому я пишу минус 15 тысяч кубометров. Окей. Цикл перестраивает, и мы получаем 15 тысяч. У нас здесь ведется история. К сожалению, откатиться нельзя. Откатываться можно будет только вот если Ctrl-Z, ну, назад. Кнопочка назад, к которой вы все привыкли. Вот такие вот способы есть для регулирования объема объектов профилирования. Очень удобные.